Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня в выпуске мы с вами будем переделывать, то есть я буду конкретно переделывать свой косяк. Как уже многие из вас догадались, это связано с оригами. Спасибо Алексею Моросову и Наталье Реутовой. Извиняюсь, конечно, если неправильно произнес фамилию. Дикое извинение. Спасибо этим людям, они помогли мне, подсказали, как правильно нужно сделать. Заебись! Чё, умеете? Могёте просто! Я в своем городе не нашел эти пакеты из-под бутербродов. Так что сделал конкретный DIY. Хотя даже, если честно, не искал эти пакеты. Просто решил сделать собственноручно. Ну ладно. Переходим к исправлению моих косяков. Погнали. Нам нужны такие штуки. Я сейчас покажу, как их делать. Так что смотрите внимательно. Как делать вообще? Берем обычный листок бумаги, складываем вот эту часть края. Не вот так складываем, а вот так складываем. Далее промазываем клеем. И вторую часть буквально кончиком наклеиваем на другую. Теперь складываем пополам. И разрезаем. И у нас с вами получился вот такой цилиндр. Далее берем эти цилиндры. И делаем угол. И у нас получились такие заготовочки. Вот и все. Спустя 10 минут мы сделали таких заготовок около 30 штук. Сейчас будем исправлять мои косяки. Приступаем. Сейчас, как в прошлом видео, наклеиваем друг на друга эти заготовки. Те, кто не смотрел этот выпуск, вот здесь у вас появилась подсказка. Кликайте по этой подсказке и посмотрите прошлый выпуск и продолжайте смотреть этот выпуск. Как бы это глупо не звучало. Ну все, приступаем, хватит смеяться. Надеюсь, получится. Ну вот, наконец-то. Ну такая у нас получилась звезда. Сделана собственноручно, DIY. Еще раз спасибо Наталье Реутовой и Алексею Моросову за подсказку. Это означает, что у меня есть все-таки зрители, которым не пофиг то, что я снимаю. Которые внимательно смотрят мои видеоролики, замечают все косяки. И потом пишут мне. Спасибо вам большое. Вы лучшие. Ну, вот такой вот получился наш сегодняшний выпуск. То есть делайте оригами. Это можно сделать даже в принципе на Новый год. Либо на другой любой праздник. Конечно, все это можно поаккуратнее, все покрасивее сделать. Но суть она одна. Очень легко это все делается и очень просто. Нужны просто либо листки, которые черновики, либо обычные пакетики из-под бутербродов. Ставим лайки, комментируем, предлагаем свои мифы.
и ждем новых выпусков. Следующего включения. Пока.